Я и владельцы животных – это одно целое. Я сам очень люблю собак. К сожалению, у детей аллергия. Я лишен этого счастья иметь дома домашнего питомца. Руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия» рассказал жителям, что все его детство прошло с собаками. Речь о домашних питомцах зашла не случайно. Жители просят организовать в округе площадки для выгула собак. Площадки нужны, они очень нужны, и они есть в планах. И есть инициативные группы из разных частей города, которые поддерживают это. Депутаты записывают и обещают взять вопросы под личный контроль. Звучат обращения, не только касающиеся благоустройства. Я бы предложила создать музей исторической памяти именно по городу Мытищи. Чтобы проживающие здесь, в нашем городе, знали нашу историю, наши истоки. Для депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева идея создания такого музея не новая. Суворовец и военный в прошлом глубоко чтит историю. Сейчас с коллегами изыскивает все возможности, чтобы в Мытищах открылся новый музейный комплекс. Все краеведы вот сейчас высказывали такое же мнение, как вы только что предложили, о том, что надо объединить усилия и сделать единый центр музейный, где можно было соединить и экспозиции краеведческого музея, экспозиции военного музея. Также обсудили проблемы в сфере ЖКХ, организацию парковочного пространства и многое другое. Все вопросы взяты на контроль. Такие встречи с жителями округа будут проходить и впредь. Алсу Калимуллина, Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.